Выбор предприятия в качестве площадки для знакомства главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов Беларуси Александра Зайцева с производством и работой общественных инспекторов по охране труда не случайен. Лидер в производстве молочной продукции предприятия «Савушкин продукт» к вопросам соблюдения законодательства относится скрупулезно. На флагмане молочной промышленности республики знают, что имидж складывается не только из качества и ассортимента, поэтому секретов от представителей профсоюзов здесь нет. Мы сюда вложили около 300 миллионов долларов в развитие. И сами видите, когда идете по предприятию, видно и автоматизацию, и климатизацию, и все остальное, что надо для человека, для успешной работы человека на этом предприятии уже есть. Здесь максимально исключается и травматизм, условия труда идеальные, бытовые условия и все, что связано с этим, с рабочим процессом, с условиями труда. На 1914 сотрудников Брестской производственной площадки компании «Савушкин продукт» приходится 24 общественных инспектора. Всего по объединенной компании, а сюда входят два завода в Бресте и еще по одному в Пинске и Столине, их 39. Главная задача – выявить и предупредить нарушения по охране труда, создать здоровые и безопасные условия для работы. У нас так законодательство выстроено, что есть, как мы их называем, бесплатные помощники-наниматели, это общественные инспекторы по охране труда. Они работают на предприятии здесь же, по определенным профессиям, на определенных должностях, но им вменена обязанность также все-таки и заниматься вопросами охраны труда. Кроме работы общественных инспекторов по охране труда, на предприятии налажено регулярное обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и компенсационной выплаты за вредность. Вместе с тем, при 90% автоматизации технологического процесса в 2018 году на мероприятия по охране труда запланировано потратить порядка 1 миллиона рублей. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.